В Караганде прошла премьера документально-художественной ленты «Нуркен Абдиров. Самый младший из моих сыновей». Фильм рассказывает о жизни и подвиге летчика, героя Великой Отечественной войны. Основным историческим материалом для авторов фильма стали записки матери героя Бахжан. Отсюда и название. Съемки проходили во всех географических точках, где рос и воевал Абдиров. Первыми картину увидели будущие следователи, слушатели Карагандинской полицейской академии. Выбор пал не случайно. До войны герой-летчик успел поработать народным следователем. Из фильма зрители могут узнать малоизвестные подробности столь короткой, но очень яркой жизни Нуркена Абдирова. Нуркен Абдиров, он был пилотом. В самолете Ил-2, второй был штурман Александр Комиссар. Но Нуркен Абдиров получил звание Героя Советского Союза, а Комиссаров ничего не получил. После войны, через 20 лет, получается, в 65-м году, Бахжан поехала на место гибели Нуркена в Ростовскую область. А там как раз это и живет Михаил Шолохов. И вот мама Бахжан попросила Шолохова вот эту несправедливость решить.